Меня зовут Женя, и вы на канале Бурундуки. Сегодня у нас день опытов. Мы купили горячий лед. Это научные игры от фирмы Ранок. Украинская фирма. Тут, по идее, в состав входят разные штуки. Пробирки, чашка Петри и так далее. И мы попробуем сделать с Никитой горячий лед. Да, Никит? Кристалл. По идее, да. Давай, открывай. Вот так. Посмотрим, вот, что это, внутри. Это без гвоздей. Ого. А это что? Не знаю, давай покажем. И что вот это? Так. Сейчас мы все достанем. Это две чашечки Петри. И инструкция. Так. Для начала сделаем, откроем, что же тут внутри. Эта упаковка стоит не больше 3-4 долларов, на самом деле. Опыты. Совсем дешевое удовольствие. Так, это у нас такая пипетка, пробирка, ложечка, ацетат натрия, тут аккуратно. И... А он закрыт хоть? Да, закрыт. И перчаточки. А тут двое? А это у нас совсем забыл. В таких пузырьках, которые лопаются. Пробирка. Достанем сейчас быстренько пробирку. Вот стеклянная пробирка. Итак, начнем. Волшебным образом у нас немножко поменялась подготовка. Мы нашли баночку. Мы нашли поверхность. Да, Никита? Сейчас нам нужно аккуратным образом засыпать 5 чайных ложек ацетата натрия в эту банку. Давай, Никита, давай ты. Мы в перчатках защитились. Да, Никит? Рассказывай, что ты делаешь. Засыпаю. Коко-опа, это сказочка. Да, вроде это вторая. Сказывай, все. Хорошо. Третье. Так. Ребята, главное, чтобы это не попало на кожу. Я думаю. Все. 5. Да. Молодец. Давай сюда ложку. Я еще чуть-чуть сделаю контрольный досып. Вот так. Все. Теперь интересное дальше действие. Нужно добавить сюда 4 миллилитра воды. Держи. Добавляй туда пипет. Чтобы все вот это стоит. Да, переворачивай аккуратно. Давай. Да, вроде бы получилось, да? Да. Так, кладем пипетку сюда. И прерываемся. Сейчас мы перенесемся в другое место. Так, теперь мы здесь аккуратно ставим кастрюлю на водяную баню. Надо болтать каждые 1-2 минуты, пока ацетат натрия полностью не растворится в воде. И, как правило, через 5-10 минут этот ацетат натрия полностью должен раствориться. Итак, как мы видим, раствор полностью готов, ацетат натрия растворился. Теперь мы его перенесем, чтобы он немного остыл до комнатной температуры, на наше полотенце на столе. Так, наш ацетат натрия немного остыл. Ацетат натрия – это натриевая соль уксусной кислоты. Нам известен он из упаковок продуктов, как, в первую очередь, как консервант Е-262. Мы попробуем налить прямо с банки. Ничего не получается. Вот. А ну как, ничего не получается? Кристаллы оказались не в пробирке.
аккуратно, тут прямо шипы. Дайте я посмотрю. Никита, не трогай. Аккуратно. А пробирочка у нас вот такая жидкость. Это вообще... В любом случае, это вопрос с консистенцией. И как лёд в следующий раз мы обязательно вам скажем, мы, наверное, повторим этот эксперимент и сделаем фотографии, выложим в Инстаграм маленькое видео финальной заливки. Ну а на сегодня будем прощаться. Пока, ребята! Пока!